Коль уж мы заговорили про интернет, насколько вы активный пользователь сегодня? Я, наверное, могу сказать, что оцените себя, но я в любом случае, я активно пользуюсь интернетом, электронная почта. А ваши странички где-то есть в социальных сетях? Я думаю, об этом мне все как посоветуют, не только сайт, но вообще говорят, Галина, как вы работаете, вам, наверное, надо блог завести. Я говорю, ну тогда мне некогда будет не только, извините меня, работать, если только заниматься. Но с другой стороны, у нас есть у президента. Есть, я думаю, скоро мы... У УСА Александра Викторовича. Причем он очень активный пользователь, он каждый день размещает. Я думаю, что вы скоро увидите меня в социальных сетях. Вот, поэтому, да, я к этому морально настроилась, потому что скрывать в работе нечего, надо делиться тем и о проблемах, которые есть на сегодняшний день. Ну и опять там же ведь жители Назаровского района, да, какую-то информацию. Смогут, да, конечно, будет такое общение. Хотя, конечно, в селе люди больше любят, вот реально до пандемии, вот эти наши единые дни села, когда ты приезжаешь, разговариваешь, как-то это воспринимается все равно. На сегодняшний день, как бы мы ни говорили о новых технологиях, вот это живое общение, оно, к сожалению, пока в селе еще не может заменить ничего другого.